صبح امروز در دوشنبه نطاق شناخته فریدون خیرالله‌زاده فوتید. سبب مرگش معلوم نیست. به گفته این نزدیکانش شب گذشته او در یک چوربینی بوده است. فریدون خیرالله‌زاده 27 سال داشته، مؤسس افترادیوی تاجیکستان بود. فعالیتش را هنوز از نورسی در تلویزیونی بچگانه بهارستان شروع کرده، بعدا در تلویزیونی سفینه و رادیوی وطن و لو رادیو هم کار کرده است. سالهای اخیر فریدون خیرالله‌زاده رهبری کل افترادیو بود و با راه اندازی طرحهای مختلف تفریحی و فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی شناخته می‌شد. فریدون خیرالله‌زاده آیله‌دار و صاحب یک فرزند. До месяца Суман, до месяца Набру, все слово. Ватан Макуне Путки, Мантарбека Омгильта. Ташакур Бар, Вера, Ташакур Бар, Сукунчелю. Вокана Ман, Айди Замон Даряк, Айди Джонас, там все слово вместе, там чем дроби, а мы вахте китро байси. И рада я чуюсь этого, никто не там, он их сусат этих раз. Ватан Напеш, Мубарак, ваше все слово вместе ходят. Ташакур Изюр, Полигардер. Я параллельно всегда читаю несколько книг. И после этого подумала, этот человек обязательно должен работать с нами и должен стать нашим другом. Поздравляю вас. Он автор многих. Айш Сахар. Дар Авторадио. Салам алейкум, достойный азиз, и на авторадио Таджикистан нас два драйв-шоу Айш, а Софи Барвахтар. Кумедура с тем, келбата Тавтобистон, шумо бозам Тавсон Тармишеват, ва шумо дариси радастет. Мо бошен паса шунда нияк таруна, ва круто, как реклама пармегарден ба эфири мустахим и бахромесари драйв-шоу Айш. А, Захар? Слушай, прости, опоздал. Порой чидер мекни. Не знаю, так плохо себя чувствую в последнее время. Может, простыл? Сава в Дарунске воесе и уми вакцина рунак заронди. Мастер не дям кей паго ба мемурху набирави, ва дарунже воесе и унук заронди дабоши. Слушай, отличная идея. Может, завтра тоже опоздаю? Мо ба эфире мустахими авторазия Туджикистон Бармегардам. До сони азиз дар пеш бошад моро тарунай баста ва зиверт. Вономи не бали интезораст. Не бали, Захар. С неба, 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 неба,